Перелистай товары для сада, огорода, ремонта и сделай выбор в торговом доме «Гратис». Обратите внимание, доставка по краю. Город Барнаул, телефон 46 13 38. Как правильно теплоизолировать сауну? Для ее теплоизоляции рекомендуются легкие маты Изовер КТ-40АЛ, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой. Этот материал отражает тепло и является отличным паробарьером. Он не горюч и прост в применении. Рассмотрим пошагово установку матов Изовер КТ-40АЛ в стену сауны. Замеряем высоту и ширину каркаса. Обратите внимание, что в нашей конструкции с обратной стороны стены сауны используется влагостойкий гипсокартон. Его можно определить по зеленоватому цвету материала. Отмерив на мате Изовер КТ-40АЛ требуемое расстояние, отрезаем по длине. Устанавливаем мат Изовер КТ-40АЛ в каркас. Закрываем швы и открытую часть бруска фольгированным скотчем. После установки дополнительной обрешетки приступаем к монтажу внутренней отделки. Стены в сауне рекомендуется обрабатывать специальным составом, который снижает угрозу перегрева древесины. Готово! Перелистай товары для сада, огорода, ремонта и сделай выбор в торговом доме «Гратис». Обратите внимание, доставка по краю. Город Барнаул, телефон 46 13 38.